перчатках. Я иду за тобой. Я вот, знаешь, еще не взяла перчатку, мне холодно рукам. Хорошо, хорошо, я за тобой. Привет. Вышла чуть-чуть в эфир. Пока я выхожу, прожу за Тосей. Но пока чувствую твердо держать так телефон. Можно было бы какую-то, знаете, такую подставку поставить. И он такой стоит, а я с вами разговариваю. А еще, когда я выхожу на кухню, мне без... На кухню? На какую кухню? Сюда! Так точно, слушаюсь и повинуюсь. Когда я выхожу на улицу, мне безумно хочется купить кофе. Но у нас кофейни все закрыты. Может, тогда купить пойти пиво безалкогольного? Мало же ем. Вообще мало ем, как бы. Сладкого мало ем, очень-очень мало-мало. По 5 конфеток с чаем мало-мало, с чаем 5 конфеток. Печенье всякое тоже мало, очень печенье ем. Очень мало. Тоська, ну ты меня загоняешь. Ну мне полезно, в принципе. Боже, у меня столько энергии. Ты знаешь, мне это полезно, у меня спорт зато. Я за тобой хожу, и у меня спорт, Аюсь. Спорт. Я хожу за тобой, и это полезно, потому что... Потому что что? Ну, потому что я не двигаюсь дома, мы не сидим, не двигаемся. У меня очень воспалился хондроз. Мне очень важно сейчас ходить и гулять. Давай, я за тобой. Девочки, вы чего молчите? Привет. Привет. Ты какая тут движуха, я хочу вам сказать. Движуха конкретная. Движуха. Общаюсь со своей подругой в Одессе. Я говорю, Даха, я хочу к косметологу, я хочу на маникюр. Она говорит, а я пошла и сделала все. На днях, говорит, Янча, у нас, говорит, такая очередь к косметологу, просто не попасть. К косметологам, к, ну, ко всем вот это бизнес, который красоты, у них, она говорит, ну, просто очередь. Так она у меня еще вчера и на тренировку сходила, индивидуально с тренером. Короче, надо, чувствую, в Одессу уже не переезжать. Можно гулять. Я вообще не знаю, где прописано, что нельзя гулять. Я гуляю. Я считаю, что можно все, что вы себе в голове в своей допускаете. Если я гуляю со своим ребенком аккуратно, вдвоем, никого не трогаю, никому не подхожу, не создаю опасных обстановок для распространения, да, всего этого, то я считаю, что это можно. У нас... Боже, как она их гоняет, а? Я просто смотрю на нее, я ее не узнаю, потому что вот это, знаете, в ней накопилась эта тема, когда... Дочь, иди сюда, езжай сюда, Тось! Накопилась энергия, которая не выходит. Она прям уже кругов 30 намотала без остановки. Просто какой-то ужас. Маленький зверёныш. Готовить? Я люблю готовить, когда это... когда это, знаете, не... Ну вот я люблю готовить в Испании, например, когда там обалденные продукты, когда там есть огромный выбор, там море продуктов. Я люблю готовить, когда есть выбор продуктов хороших, качественных. Я не люблю готовить, когда, вот как я жила со своим бывшим мужем, например, я сейчас жарю котлеты, он их сейчас поел, ну, вечером он их уже есть не будет, и завтра он их уже тоже как бы есть не будет. То есть надо котлетки жарить там, ну, 5 штучек на один раз. Ну, вот я не люблю так готовить. Получается, что ты вечно у плиты. Завтрак, обед и ужин, каждый день это все должно быть разное. Супы тоже вот в такой кастрюльке, наверное, варить надо. Ну, как бы вот. Вот так не люблю готовить, нет. Я считаю, ну, хотя бы приготовил котлеты, ну, хотя бы на два раза их можно поесть.
Потому что гоняешь, доча. Что? Гоняешь. Вот ты, наверное, сегодня спать ляжешь нормальненько. А когда будет холодный борщ? Девочки, это не холодный борщ, это свекольник. Напишу, я даже маму уже рецепт спросила. Просто надо его написать. Просто. Вы видите, у меня просто сейчас все это с видеоуроками, онлайн-уроки. Мне еще надо сейчас снимать уроки, поэтому нет такого большого количества свободного времени. Просто мы маленькие звезды. Привет. Най-най-най. Рука начинает мерзнуть. Как я так не взяла перчатки, я не знаю. А что ты оставила там этот? Езжай сюда, Тось. Так вот по кругу вокруг елки катались, потом вокруг другой елки. И вот здесь вот по кругу катались. Ветер сильный, да, не то слово. Ветер сильный, очень сильный. Ветер сильный, сильный, сильный. Не устала, дочь? Нет. Может, вам улицу показывать? Нафиг вам я нужна? Тут вроде улочка. Вон кофейня. Кофейня. Но я так до нее прогуливалась. По-моему, там нет. Да, зай! Ой, тоже мальчик на самокате. Мне нужен такой самокат большой. Я бы тоже хотела кататься так. Сюда идти? А что-то у тебя ремень отстегнулся. Иду. И самокат ты вообще пойти куда-то дела? Ну, можешь, пожалуйста, повторить эту кашу с курагой. Ну, я здесь. Надо как-нибудь ее сварить. И да, кстати, вот надо ее сварить им. И... То есть не столкнись с мальчиком. А менты не останавливают у нас. Смотрите, менты. Да что ж такое? Да что ж ты меня дергаешь, Тося? Что ты кричишь, зай? Ничего не понимаю. А куда? Я же не могу. Мне надо тебя видеть, чтобы ты была в моем этом зоне доступа. У тебя ремень расстегнулся за Юндя. Может, ты его застегнешь, если сможешь. Менты, короче. Подожди, зай. Сейчас, подождите, я объясню, чтобы она среди... Доченька, иди сюда, пожалуйста. Подойди на секунду, Тось. Таисия, подойди сюда. Зай. Вот где этот мальчик гоняет, ты вот возле него не гоняй, потому что он большой, высокий, и он другой скоростью, чтобы он тебя не сбил. Тут у вас тоненькая дорожка, вы тут можете не разъехаться. Ты вот здесь гоняй. Туда не ходи, сюда ходи. Туда не ходи, сюда ходи. Ходи сюда. Ой, чувак идет в противогазе. Чтобы вы понимали. Так, гаишники, значит, полицейские... Ну, вот так нет, не знаю. Но сегодня Андрей там сел, пошел прогуляться и сел на лавочке в парке. В парке на лавочке. В каком парке, правда, не знаю. К нему подошли полицейские, просто попросили уйти. И вот, собственно говоря, и все. Ну, я не могу на эту тему говорить. Вот эта тема меня зажигает, потому что, ну, это совсем, я считаю, это совсем дурь. Прям дурь дурная. Все равно, ну... запрещать прогуляться там, где нет людей, где люди, даже если есть, то ходят на расстоянии, люди сами друг друга все шарахаются. Так, Яна, то есть у вас сердечная девочка. Кем хочет? Да, я не знаю, кем она хочет стать. Она думает, что Рапунцель, Эльза и все остальные это настоящие, поэтому она хочет стать либо Рапунцель, либо Эльзой, либо какой-нибудь феей. Дочь, не надо, нет, Зай, не надо. Ты же, видишь, перемотана, не надо, малыш. Пойдем. Сидеть, пошли домой тогда. Ну давай, чуть-чуть еще и пойдем, у меня руки уже замерзли.
мальчик ушел, да. Поэтому, да, она говорит, когда... А, вон гаишники, полиция поехала. Так, они патрулируют, потихоньку ездят. Зай, да они уехали, не переживай. Ты шо, доченька? Ты же с мамой рядышком. В лифте даже не заходят люди друг друга. В соседи, знаете, полиция докладывает на матерей детьми. Дебилы, соседи дебилы. Те, которые докладывают на матерей, которые гуляют с детьми. Есть дети с различными вообще диагнозами, которым просто необходимо гулять. Просто необходимо гулять. Мне вот писали девочки с такими детками. А соседи эти дебилы. Это знаете, как вот все и вскрылись соседи. Соседи сами просто не гуляют и завидуют тем, кто гуляет. А у них жаба из-за этого. Им страшно самим выйти. Но хочется, чтобы все тоже сидели по домам. Поэтому докладывают. Ну да, трое детей. Вот когда трое-четверо детей, я тут, знаете, всегда думаю, как бы я ходила с тремя детьми. Тут я вроде стойся иду одна, да, на этой дорожке. Туда-сюда, туда-сюда. А когда детки еще и малыши, если они там погодки, например, и совсем маленькие, ну вот как с ними? Они же захотят там на площадку, я не знаю, в песок, на ну вообще, да, их тяжело вот так вот поставить гуськом, наверное, и типа пойти с ними там ходить, бродить. Хотя я уже, знаете, даже до этого думала, что посажу Тоську, если что, в коляску и пойду так гулять. Ну а чего? Главное воздух подышать. Если негде, уж совсем не будем понимать, как гулять. А вон папа с ребенком на велике едут. Я, кстати, тоже подумала сейчас о велике, что я хочу велик. Блин, ну как-то выйти. А всех в коляску невозможно засадить. Ну, там постаршего пускай идет, а двоих как-то в колясочку и потихоньку покатать. Я не представляю, девочки, как не дышать. У меня, если Тося 3 дня не выходит на улицу, все, пиши пропало. Во-первых, ну, начинаются такие, ну, проявления характера. Ну, то есть вообще начинается прям коса на камень находит. Начинаем ругаться где-то там, но я считаю, что это хуже. Действует между нами отношения, нервная система, и вообще, и все-все-все, это хуже, чем выйти и 15-20 минут прогуляться. Мы не каждый день на улице, честно скажу, но это не потому, что мы там, типа, ну, из-за этого, да, а потому что... Хорошо, хорошо. Потому что, во-первых, Тоська домашняя, реально, она такая домоседка. Вот. И я, кстати, такая же, как оказывается. Но я, честно, я вообще не люблю сейчас гулять с малой. Я уже, когда начала работать, я так от этой темы отвыкла. Мама моя гуляет. Я так гуляла каждый день. У меня раньше было 2 раза в день, когда она только родилась. У меня все было четко, обязательно. А сейчас, конечно, я расслабилась. Вот. Плюс у меня очень-очень много дел дома, которые... Ну, я знаю, куда деть себя. Мне надо и видеоуроки снять, и мам, снять покажи обзор. Не, зайчик, я же телефон держу. И видеоуроки снять, и обзор снять. Не, Заю, нет. И обзор снять. И чего только мне не надо снять. Поэтому у меня все время есть какие-то дела. Чего, кого трое, четверть детей, вы живы еще? Выживаем. Там двое детей, двое пошла бы женщина. Двумя. Дочь, подожди, пропусти. А то ты прям врезаешься. Пропусти, малыш. Рука мерзнет. Хоть я нахожусь, хоть может скину. Хоть скину, может 100 грамм. 100 грамм скину. Килограмм не скину, может 100. 100 граммчиков. Когда гулять с двумя школьниками, когда обеда, школа, затем уроки, потом репетиторы по английскому, по зуму, тренировки, завтра сейчас тренинг, я кайфую. Блин, вы понимаете, что вообще гулять, то есть моя здоровается совсем, гулять это для физического развития просто необходимо, для иммунитета
бросили съесть эти имбирь, этот я тоже не знала в такой момент. То есть они иммунитет надо поддерживать всю жизнь, а не тогда, когда наступает трындец. Это уже не будет работать, ты хоть обожрись этого имбиря, это не сработает, если ты убивал иммунитет антибиотиками по каждому времени и так далее. И тут ты начал есть имбирь, такой типа во спасение, блин, ну это прям, ну это прям глупость запредельная. А иммунитет надо в принципе не убивать с рождения, вообще не убивать с рождения, давать организму работать, ему давать работать, справляться с различными заболеваниями. Как мне, вот вы меня спросите, как я лечу сопли или как я лечу... Сейчас, девочки. И как я лечу сопли или как я лечу кашель? Обычно никак. Еще если у меня... Подожди, дочь, подожди секунду, стоп. Вот здесь стой сейчас, сейчас дядя пройдет, и ты поедешь, потому что непонятно, что за дядя. Потому что что? Ну, я потому что так. Потому что он может меня украсть? Нет, он тебя украсть не может. Ну, я не знаю, что за дядя. Потому что сейчас коронавирус. Мне очень жаль, что мой ребенок знает это слово. Я всячески старалась не говорить при ней, но, блин, правильно, это же наша реальность. Невозможно это убрать. Ну, невозможно это исключить, просто невозможно. Но я очень не хотела, чтобы мой ребенок знал, что сейчас происходит. Я считаю, что это останется очень сильно на подсознании наших детей. Стой! Стою. Нет, доченька, погонять не хочу. Мне жена говорит, отпечатали детский мир. Везде только интернет-магазин забирает. Ну, после праздника. А вообще почему не ты не хочешь ветра погонять? Да, не верю я в коронавирус. Почему ты не хочешь погонять? Ой, ничего себе, у тебя щеки красные. Вот это классно. Все, сейчас уже пойдем, дочь, сейчас чуть-чуть. Покажи, ну и правильно. Нет, ну как бы... А? Что то есть? Покажи свой инстаграм. Вот. Лилия. Не слышно из-за ветра, да, девочки? Не слышно из-за ветра. У нас холодно сегодня, да. Туда! Не верю, я в коронавирус плевала. Ну и правильно делаете. Даже вам ничего на это говорить не буду. О, ветер. Что в голове, то и в реальности. А, ветер сдувает, Тося! Держись! Держись за самокат! Про дом 2, ну, иногда узнают. Узнают иногда до сих пор, что меня очень удивляет. Доченька, не-не-не, так не надо. Так не надо, оторвется. Давай, держись, просто за куртку меня бери. Пошли. То есть что, домой пойдем? Не, не домой. Отдай. Или пойдем? Чуть-чуть, давай. У нас, конечно, здесь на районе движуха вообще очень, вообще вот просто людей как будто, ну, то есть. А тут еще у нас просто лента, магазин огромный, и люди многие идут в этот магазин конкретно. Участие в данном выпуске мне показалось. Нет, совершенно не стесняюсь. Мне не нравится о нем говорить, потому что это, девочки, 15 лет прошло. Или сколько там? 13. Ну, 13 лет. Ну, у меня просто, понимаете, ну, наверное, я где-то приблизительно понимаю, что вы меня знали по проекту. Тут такой пласт времени, тут Инстаграм, да. Но у меня просто за это время просто такое, столько всего в жизни происходило, что мне просто дом 2, ну, он мне как бы не интересен уже, просто, ну, не интересен. А давай постоим. Это как сейчас, мне неинтересно говорить про какашки, например, детские. Воздухом. Подышим воздухом? Давай. Это как мне, например, сейчас, ну, неинтересна тема, там, прикорма, какашек детских. Ну, неинтересно, да, ну, все, ну, было, очень много об этом я разговаривала. Но сейчас, ну, все. Ну, как бы, ну, невозможно из себя выдавливать то, что неинтересно, то, что было 150 лет назад.
потому что я считаю, что каждый этап моей жизни сделал меня такой, какая я сейчас. И без этого бы этапа не было бы того, что есть сейчас. А я кайфую от всего, что у меня есть Мама, сейчас. Мама, ну какие у меня быстро, да. Ты же рули. Рули. Вот, рули, рули. Рулю, рулю. Все, кто нас завтра? Давай. Вокруг елочки. Прогулка вокруг елочки. Все, дочь, все. Мама, отдыхай. Мама устала. Я еще чуть-чуть. Нет, блондинкой не хочу стать, потому что я блондой потеряюсь. Весь наш род, все мои сестры двоюродные, все мои племяшки, мы все черные, темные. У нас никто вообще даже не красит, потому что мы все, ну, потеряемся. У нас такой типаж. Темный типаж. Как это сказать-то, господи? Все твои дочки темные. Все мои дочки темные. А какие у меня дочки? Нет, у тебя дочка Тося и дочки Игрушка. Это Тосины дочки. А, ну да. Дочь, все, у меня замерзает. Все, вот сейчас левая рука, когда замерзнет, мы пойдем, ладно? Потому что правая уже... Яблоневый ветер сломал, так не плакала, не мой день сегодня. Да, блин, жалко так, конечно, яблоньку. Жалко, жалко. Иду за тобой, иду. Ветрища. Блин, я иду, а сама думаю, что поесть бы. Так, хочется что-то съесть. А еще мне нужен шопинг. Очень сильно. Или косметолог, или что-нибудь, девочки. Что, мне что-то надо, что-то надо. Нет, не смотрю я дом, не смотрю. И, наверное, вы знаете, я, наверное, все-таки на выходных пойду на маникюр. Не знаю, я понимаю, что я не могу. Я прям с него прям, я вот пыталась, я честно пыталась. Я даже честно сама там что-то себе подпиливала, даже подкрасила, даже пыталась что-то подрезать. Все не то пальто, если честно, вообще. Подожди, квартиры рванули продавать. Есть такое, потому что покупают дома. Пойдем, продают пойдем, квартиры пойдем, пойдем. И покупают дома. Такое есть, это раз. Нет, ну это у меня просто у самой даже есть и подруга, которая продает сейчас. И вообще, я знаю эту тему. Да что я надумала поесть, блин, девочки? Я так быстро еду, потому что я ела волшебные котлеты. Волшебные котлеты? Которые, да. Я бы сходила, вон, взяла бы, вон у нас тут пивной рай, взяла бы пиво безалкогольное и рыбку бы там взяла. Но я уже не могу. Это что же соль задерживает жидкость? Куда? Куда это? Сейчас вообще надо воздержаться. Поэтому приду, сделаю себе салат и съем салат. Цена пойдет осенью еще наверняка на квартиры. Не знаю. Я вообще не знаю, девочки. В этом плане я не знаю. Я считаю, вот здесь прогнозы строить вообще пока бесполезно. Тут можно, знаете, как рассуждаешь, может инфляция с деньгами произойти. Да вообще, поэтому я не знаю. Я хочу в Испанию. В Испанию. Там мы столько делали классного, столько. А сейчас мы тут просто сидим. Да, доченька, в Испании тоже сейчас сидят дома, малыш. В итоге дом на выходные. Мне не на выходные нужен дом, а на весь период, сейчас пока вот мы сидим. Мы не нашли, я перестала заниматься. Я эфир же давала на эту тему. Говорила. Я поеду в свою квартиру в деревне. У нас есть квартира от бабушки, от моей. Сюда! И иду, и там... Два огромных огорода прямо вот так перед. Ну, буду вам показывать. Там, правда, ремонтик надо сделать. То есть. Все, я пришла. С ребенок. Это ремонтик, огород, сухать там, знаете, ну, чтобы было ремонтик. Какой ты? Танюши ребенок. Какой ребенок? Танюши.
Я не понимаю. Конющий? Конющий? Да. Конющий. Конющий любимый. Яна, ты любишь своего мужа? Нет. Я окрошку сегодня делала. Я так замерзла, что... что это? Мам, мне сейчас окрошку не хочется. Давай вот так. В спальню все хотят. А я нет, кстати, если честно, не хочу. Я, блин, вот знаете, я вообще сейчас на море не хочу. Я не знаю, почему. Я хочу сейчас очень сильно в свою деревню, в Карабаново. В огород, поставить туда батут, тоськи поставить, бассейн. Я настолько человек, как вам это рассказать? Я очень легко, ну... Я не знаю, как это объяснить. Я очень легко принимаю новые обстоятельства и в них вписываюсь, начинаю уже о них думать, мечтать, и все, я уже кайфую в своей голове от этого, что происходит. Я, например, когда переезжала к маме, я же думала, ну ладно, квартиру не нашли, пока будем у мамы, там потом улетим в Турцию, а пока будем у мамы, будем ездить там, через выходные на базу отдыха, ну вот на различные загородные... в различные загородные клубы. Думала, ну все, все себе это придумала, все, кайфанула от этого, ну и спокойно переезжала к маме. Опс, посадили на карантин, да? Ну окей. Потом я сначала думала, куплю дачу, ой, куплю, господи, сниму дачу, потом поразмышляла. Я понимаю, что я не знаю, что нас ждет, когда мы выйдем. Вот. И посчитала, что это нецелесообразно сейчас снимать дачу и отдавать такие бабки там за май и за все лето. И подумала, что у нас же есть эта квартира, просто лучше в нее вложиться, подшаманить ее и там кайфовать. Кто-то глядит! И все, я уже с этой мыслью как бы жилась, и я уже кайфую, я не хочу даже лететь на море, вы не понимаете. Знаю. Вот так вот. Я не знаю, кто это глядит! Ничего страшного. Я не хочу уже даже лететь на море. Вот не знаю, я себе уже нарисовала вот такое лето. Я хочу лететь на море, а ты не хочешь, я хочу. Ну, если откроют, вот может в сентябре слетаем. Не знаю, посмотрим. Я не могу. Деревушка. Кто ты такая? 130 девочка, слышите, как она кричит? Это вот что значит засиделся ребенок дома? 130 километров от Москвы. Я девочка, а ты мальчик. Самое, что интересно, это знаете, это вот. Мечтайте аккуратно называется. Я когда-то, не когда-то, я каждый раз хотела провести лето. Думала, ну вот одно лето, если никуда не улетим, вот бы в Карабаново его провести. Я периодически представляла, как я там могу быть летом, например, с Тосей. Потом я уже думала, что я буду... Потом мы уже просто хотели продавать эту квартиру, ну и размышляли. Я говорю, может, не стоит, я буду работать, в выходные будем туда приезжать. Ну, там, поллета, например, мы здесь же все равно поллета, например, летали. Ну, в общем, я всегда хотела там побыть. Ну, вот, пожалуйста. Пожалуйста. Разосветная. Ну, ты можешь бежать как-то побыстрее. Будешь бежать чуть-чуть? Все, Тося. Кстати, я хочу вам сказать, что у меня работает и мой маникюр, мам, и мой косметолог. У тебя замерзла рука левая. Правая, да. Уже пойдем домой? Левая замерзла. Откуда у нас эта квартира? От бабушки. А левая замерзла. Да, левая нет. Левая тебя держит, не замерзла. Ну хорошо, тогда пошли. У нас еще в Волгодонске продается квартира. Никому не надо, не хотите купить. Побыстрее, можно? Я даже туда думала уехать. На самом деле у нас, мы думали, куда уехать. Либо в Волгодонск, либо вот 130 км от Москвы. Волгодонск тоже неплохо, там Дон. Вы там могли и на Дон. Я бы на своей тачке, конечно, поехала. Но что-то решили, что не поедем туда. Будем здесь, потому что все равно потом, если летом будет, ну, как бы все нормально, работать... Все равно выходные ну, куда-то уезжать. Быстрее, давай, быстрее, быстрее. Под Москвой вышла на плату, то есть скоро забирать как бы. Не знаю, девочки, ничего не знаю. Знаю. Ой, какое интересное это гнездо какое сплели. Что-то должно происходить, потому что ну не могут людей держать больше. Вон гнездо, такое классное, птички сами его
сделали. Ты видишь, какое на дереве? Да. Я так близко показываю, что вы все в моих ноздрях все разглядите. Короче, это после 11-го послабления мая. Ну, что это значит, я не знаю. Вроде как, может, бизнес откроют, типа, знаете, потому что не могут люди встанут, иначе встанут. Давай. Не могут держать больше людей, понимаете, бизнес, ну не могут. Давай. Что-то тогда надо делать. Я не знаю, людям какие-то выплаты давать. Вроде говорят после... Ну, я знаю, вот в Одессе подруга мне вчера сказала, что у них после майских... Чуть не врезались. У них после майских вообще послабление. У них готовятся пляжи, готовятся к сезону. Ну, то есть, понятно, Россия не поедет, но Украина, как бы, я думаю, поедет в Одессу. Давай, дочь. То есть, у них прям все, Аркадия вся готовится к сезону, все нормально. Испания, Турция, я знаю, тоже готовится к сезону, но пока к внутреннему, да, к своим. Вот. Как, что у нас с мамой Бон, с Вероникой, да, вчера разговаривали целый час, наверное, попрощали. Там первый этаж, и там, знаете, в чем кайф? Прям вот так открываю. Там первый этаж не просто, там деревянный дом. Там деревянный, двухподъездный, двухэтажный дом. То есть вы можете, например, таунхаус, если взять современный, только это деревянный, там, я не знаю, 700 какой-то. Ну, может, не 700, да, зайчик? Бабуслей, можешь? Постараюсь. Я не помню, какой постройки. 73-го, в смысле, не 700, а может быть, 1973-го. Как-то так, что ли. Может, еще раньше, не знаю. Но там прям вот так вот выглядываешь и рукой вишенку из огорода из нашего срываешь с дерева. Но там прошло все мое детство. Все лето, каждое лето моего детства. Это у меня самые теплые там воспоминания. И честно, хочу туда прям, да, хочу. Хочу огород там вскопать. Тойский бассейн поставить. Да, дочь. Ну как я могу? Я и так быстро, как только могу. А ты беги, вот, ты просто беги. Мама, беги. Да бегу и так, куда же еще быстрее бежать? Мама, давай беги. Сюда. За рулем. Рулим, беги. Прирулим. Да бегу, куда еще бежать? Да, показывала год назад, не только год назад, и зимой я... Да. Беги, а то ты как-то идешь. Вот. Это, и зимой показывала, беги, и по весне, по-моему, показывала, когда колеса отвозила как-то на хранение. Беги! Да, да я тут! Там деревня, там леса, очень много леса, там речки. Ну, то есть, вообще, беги. С ребенком, конечно, там, ну, милое дело. Да, плюс свои, я же говорю, огороды. Говори. Мам, беги быстрее, пожалуйста. Но я не могу быстрее бежать, я бегу, как только могу. Я давай, и так бегу со всей силы. Бегу. Ну, ой, блин, я знаете, что вчера смотрела фотографии, видео? 25 апреля Тося одета в... Нет, Зай, ты держись. Тося одета в кожаной курточке. Доча! Тося одета в кожаной курточке. В кожаной курточке, в расстегнутой, без шапки, в кроссовках. И посмотрите, как я одета сейчас. Пуховик, просто зимний пуховик. Теплый костюм. Тося тоже в теплой куртке, в сапогах. Но, говорят, лето будет теплое. Посмотрим. Быстрее бежать могу. Нам надо в гараж сходить, в мой. Мы сняли. Как светло у вас, у нас ночь уже практически. Да, в Москве уже стало поздно темнеть. Сейчас 8, считайте, почти, но еще прям светло. А еще, может, я не хочу пока в Испанию на море, потому что мы были зимой. И, наверное, мне нормуль.
А еще, может, потому что я думаю, что может в сентябре куда-то вырвемся. Ой, тихо. По-настоящему беги, я же тебе сказала. Вот. А может вырвемся. Да я бегу и так, ну за, а может вырвемся зимой прям на месяц тогда. Если сейчас не поедем никуда, то зимой обязательно вырвемся уже не на 2 недели, как мы в этот раз уезжали, а на месяц. А может и на 2. А вообще, знаете, как... Мама, ну стой! Говорила я всегда. Мама! Да. Ну ты только идешь, а сама не бежишь. Давай. Как я говорила, что надо на зиму улетать на 2 месяца, а летом здесь оставаться. Вот, пожалуйста. Лила пошла, да? Очень осталась довольна. Спасибо вам. Ой, девочки, как приятно. Так, надо сделать скрин. Надо, нет, надо сделать скрин, где я красивая, потому что так-то не очень красиво. Мам, можно им пожелать сердечки? Пошли сердечки. А ты не можешь им сердечки послать, ты же... Все, девчонки. Мам, что такое пардоньте? Пардоньте? Стой! Пойду записывать тогда следующие уроки. Надо записывать. На самом деле спрос есть. И детки, я знаю, смотрят очень. Аккуратно, зайцы, надо записывать, записывать сейчас, еще. Так. Все, девчонки, я вас обняла. Точка неугомонная. Пошли за Юнди домой. Мать твоя есть хочет, мам, как обычно. А твоя рука, это не замерзла? Это нет, пойдем. Ну, хорошо, тогда не еды, пошлем. Еды. Мясо, мясо, как и там? Еще гуляем. Не, я есть хочу, малыш. Мам, нас не замерзла. Цены на мою руку. Ну там же все есть, девчонки. Заходите по ссылке шапки профиля. Все там есть. Все есть. Видеоуроки. А про онлайн-уроки пишите мне в личку. Если онлайн-уроки вас интересуют. Идем? Иду. Знаете, что я хочу испечь? У меня есть такая старая вафельница. Я уже думаю несколько дней о ней. Надо бы мне что-то из... Ну, не что-то, а вафельки испечь самой, попробовать. Какой-то рецепт найти вкусненький. Светик, привет! Привет, Светик, семицветик. Вот моя подружка, с которой мы уже месяц собираемся встретиться в Zoom и поиграть в какую-нибудь игру. Что? Привет! Давай. Не могу руки, как... Я пойму. Да, ты сначала его докинь до меня. Какая ты красивая. Светка, спасибо тебе большое. Только подруги могут подругам. Только настоящие подруги могут подружкам сделать... Свет, Света, ты знаешь почему? Потому что сейчас все больше и больше ходят пешком. А, мужчины в том числе. Опа! Я ж гуляю. Выгуливаю. Опа! Давай. Круто, Свет. Опа! То есть мы уже какую-то дурацкую игру играем. Смотрите на шейку. Тоська, мне как... Ты как беспризорник, зай. Мне, кстати, нравится, когда дети гуляют, и такие, знаете, немножко как неопрятные становятся. Шапка на бекрень. Там типа шапка на бекрень. Еще что-то для меня это вот, знаете, такое настоящее детство. Опа! Никогда там с иголочки. Ты гуляешь такой, весь такой, тут не ступай, тут не ходи, тут нет, а тут аккуратно. А мне вот прям нравится, когда такой немножко разгоняй ребенок такой. Сразу понимаю, что это детство, и это ребенок, и ему хорошо, он гуляет на всю катушку. Все, девчонки, все, пока-пока, всех обняла и пошла домой есть. Да мы не пойдем. Да как не пойдем?